первым из которым является то, что после вакцинации я заболею. Действительно, часто звучит, что больницы и госпитали переполнены людьми, которые вакцинировались и после этого заболели. Но здесь, собственно, если вакцинация произведена по всем правилам, если выполнены две аппликации, если человек соблюдал все меры предосторожности между аппликациями и после второй аппликации в течение определенного времени, то риск заболеть у него минимальный, считается эффективность вакцин 97-98%. Человек может теоретически заболеть при незавершенной вакцинации, то есть после первой аппликации, или при несоблюдении предписаний санитарно-эпидемиологических, даже после второй аппликации, в краткие сроки после нее. Ну, то есть человек привился, вторую прививку сделал, всю маску снял, пошел, я свободен, у меня все, я защищен. Так не получится. Но даже если человек заболевает после первой или второй аппликации, он переносит заболевание в легкой форме. И практически никогда такие люди не госпитализируются. Исключения есть, конечно, из всех правил, но это исключение. Оно действительно очень редкое. Поэтому здесь скорее много-много нет, нежели какое-то «да». И прецедентов таких нет, и это нелогично, в принципе. Поэтому касаемо этого мифа, ответ будет вот такой.